Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на одно очень интересное Redstone изобретение, которое находится вот на этом странном острове. Как вы можете заметить, я уже плыл 3 дня, и наконец-то я доплыл, чтобы показать вам секрет, который таится на этом острове, друзья. Что ж, это была шутка, я не плыл 3 дня, я плыл всего лишь 4, и давайте, в принципе, приступать. Как вы можете заметить, это у нас вот такой вот остров, который, в принципе, сделан просто для декорации, но на самом деле очень красиво выглядит. То, что нам нужно, находится вот там, но выглядит довольно-таки красиво, да, ну реально, посмотрите, насколько это высокая скала, это гора, или как это можно назвать, не знаю, но на самом верху тут уже снег, и можно посмотреть на всю эту карту с высоты. Но то, что мы сегодня будем смотреть, это то, что находится у нас на том отдельном небольшом острове, друзья, и сегодня мы посмотрим на специальную, я даже не знаю, ну, как я уже это назвал, изобретение из Redstone, которое позволит нам строить целый дом, который находится в одном сундуке, и с помощью этого сундука мы построим дом, и потом обратно мы его можем засунуть в этот сундук, и таким образом быть просто счастливым. Вы всю эту штуку можете импортировать в свой мир и ставить этот дом где угодно, там, где вы поставите сундук, там у вас будет эта штука работать. Сделал эту карту у нас Elklites, я вам оставлю все ссылки в описании. И, в принципе, давайте приступать, что же нам нужно для того, чтобы построить этот дом из сундука. Нам понадобится вот эта штука, которая дается вам, как только вы заходите на эту карту. Это у нас Elklites Home. И с помощью этого глаза Эндера мы сейчас построим целый дом. Что же нам нужно сделать с этим глазом? Нам нужно просто его положить в сундук. Просто, очень просто. Вы делаете это вот таким образом, кладете его вот сюда и закрываете, и начинается магия, друзья. Вы можете видеть, фиолетовые частицы начинают залетать в сундук, он превращается в эндер-сундук, и он кидает маяк прямо в центр. Смотрим, смотрим, и началась постройка дома, друзья. Это занимает некоторое время, но это очень круто выглядит. Как вы можете видеть, теперь он выкинул рядом с собой один раздатчик, одну печку, и теперь он начинает кидать блоки. Этот сундук, он вообще сумасшедший, и строит вам потихоньку дом. Это реально здорово, посмотрите, насколько круто это сделано. Дом потихоньку начинает строиться, и вы можете видеть, он кидает также песок вот сюда, который превращается в стекло, в черное стекло, которое вы можете видеть здесь, и это реально красиво сделано. Он даже кидает нам сорняки, он делает нам все. Смотрите, у нас построилась печка, которая горит, теперь у нас ударила молния прямо сюда, где у нас загорелся камин, вообще здорово, и теперь он нам делает, так сказать, фасад нашего дома потихоньку-потихоньку. А дом у нас очень современный, очень красивый, в моем стиле, мне они такие очень нравятся. И, я так понимаю, это вход, то, что он нам сейчас вот здесь сделал. Все это у нас из мрамора очень, ну, или из кварца, да, это все-таки... Окей, извини меня, блок, ничего страшного, я немножко сломал дом, ну да ладно. Как вы можете видеть, он достраивает нам верх нашего дома из черного стекла, очень красиво, ну, из черного покрашенного стекла. И смотрите, как это красиво он все делает, и продолжает кидать нам кварц. Здорово, у нас получается такой верхний этаж, где у нас будет кровать, где мы будем спать, и это очень красиво. Ну, реально, дом в моем стиле. Также у нас есть солнечные панели, конечно же. Ну, и он, в принципе, доделает последние штрихи, но это еще не все. Вы сейчас увидите то, что он сделает, как только достроит полностью этот дом. Что ж, он достраивает нам крышу, последние пару блоков, и теперь, смотрите, хоп, и вот таким вот образом делается забор, друзья. Вы можете видеть, у нас появилась дверь железная. Сундук решил зайти в дом. Вот таким вот образом он пошел, и он спрятался там. И у нас построился вот такой вот офигенный забор. Реально очень современный, и даже такая тропинка небольшая. Ну и что ж, давайте в принципе зайдем в этот дом и посмотрим, что же в нем есть. Потому что он реально очень крутой и механизированный, автоматический и сделанный из редстоуна. Поэтому давайте мы зайдем через наш основной вход, когда открывается кнопкой. И давайте сначала прогуляемся вокруг. То есть у нас тут есть небольшой сад, сам дом у нас, конечно же, в центре, и в принципе выглядит все очень красиво. Здесь мы можем поставить что угодно, но самое интересное, конечно же, внутри. В дом у нас можно зайти через эту дверь, и как вы можете видеть, здесь у нас есть несколько интересных вещей, которые сейчас я вам покажу. И первое, что у нас здесь есть, это у нас вот эта кнопка, которая активирует свет, ну или подсветку, которая включается у нас здесь. Я ее выключу.
Вот, она у нас работает, ночью это выглядит, конечно, очень красиво, дом подсвечивается, очень мило, и давайте пойдем, давайте будем идти против часовой стрелки, или... Нет, мы все-таки идем по часовой стрелке, все правильно. Давайте поднимемся наверх, где у нас находится наша кровать, где мы будем отдыхать с отличным видом на море и с эндер-яйцом. Конечно же, куда же мы будем идти и спать без эндер-яйца? Вы что, издеваетесь? Ну что это такое? Окей, дальше у нас есть три очень полезных сундука. Как вы можете видеть, это у нас сундук для угля, это у нас сундук для сырой еды, и в этом сундуке у нас будет готова еда. Это у нас автоматическая печка. Тире, я даже не знаю, приготовка еды и так далее. Давайте мы это продемонстрируем вот таким вот образом вам. Берем что-нибудь сырое, сырую рыбу, бла-бла-бла. И также нам понадобится немножко угля. Давайте мы возьмем, довольно-таки много взял. Ой, извини, повернул тебя не туда. И кидаем уголь сюда, кидаем сырую еду сюда. И как вы можете видеть, она исчезает. И уголь тоже потихоньку. Все это у нас с помощью воронок скатывается куда-то вниз. Специальные редстоун механизмы, которые я еще полностью не знаю. Но этим способом все это попадает в печку. И нам готовится автоматически еда, которая попадает в итоге вот сюда. Пока у нас еще ничего не попало, ну мы потом это посмотрим. Что ж, здесь у нас есть сам тот эндер-сундук, который мы можем спокойно использовать, и, в принципе, больше о нем мне нечего сказать. Вот эта эндер-жемчужина, которая у нас лежит на полу, она нам понадобится для того, чтобы дом свернуть обратно в сундук. Это мы сделаем в самом конце. Окей, хорошо, еда. Еда все еще не приготовилась. Ну, да ладно. А здесь у нас есть магическая кнопка, которую мы нажимаем, и у нас появится секретный сундук прямо из этого угла. Вот таким вот образом, точнее не сундук, а верстак, извините, пожалуйста. И тем же самым образом мы можем его убрать, если он вам вдруг мешает. То есть, когда нам нужно что-то скрафтить, мы нажимаем на кнопку, и автоматически он появляется, еда. Все еще, куда-то уехала еда, но она почему-то не готовится, ладно, ничего страшного. Хорошо, дальше у нас здесь полка с книгами, просто для декорации. И теперь у нас здесь есть вот эти вот интересные кнопки. Здесь у нас есть стенд с броней, то есть нам автоматически этот дом дает бесплатную алмазную броню. Этот дом нам дает автоматически бесплатную железную броню. И этот дом автоматически нам дает бесплатную золотую броню, и также меч, и также лук. То есть таким образом мы можем все это спокойно забрать и носить, а потом одевать свою там какую-либо броню и так далее. То есть очень удобно, очень круто, и то, что можно менять вот таким вот образом это все, мне это реально нравится. Хорошо, дальше у нас есть вот такая кнопка с эндер-жемчужинами, на которую мы нажимаем, и открывается у нас вот такой вот, вот такая вот дырка в полу, которая с помощью диспенсера дает нам целый стак эндер-жемчужин. Просто так. Просто бесплатно, бесконечно. Сколько хотите эндер-жемчужин, столько он вам их и даст. Довольно-таки забавно. Эта кнопка у нас вызывает секретный сундук. Я раньше назвал это секретным сундуком, но вот это у нас секретный сундук, который появляется у нас вот в этом углу. И мы можем использовать его спокойно и потом убрать наши вещи куда подальше от глаз чужих. И он у нас будет вон там вот. Хорошо, ну и дальше у нас есть, конечно же, кнопка выключить камин, который мы можем выключить вот таким-то образом. И также его включить. То есть, вот так вот работает наш дом. Надеюсь, еда... Нет, еда уехала, друзья. Еду нам сегодня не дадут. Ну да ладно, ничего страшного. Я, пожалуй, сам ее себе как-нибудь достану. Ну... И ладно, друзья, вот такой вот у нас был дом. Очень красиво выглядит, давайте мы еще полетаем вокруг него, потому что, ну, реально здорово сделан. И дым у нас из печки идет, и, ну, из трубы, очень-очень красиво. Ну, и я думаю, настало время все-таки его убрать. Ну, хотя сначала то, что я хочу сделать, я попробую забраться на самый верх с помощью эндер-жемчужины. Давайте я попробую как-то вот так сделать. Вы думаете, у меня получится? Ура! Вот это телепортация. Учитесь у Кейна, друзья. Не знаю, думаю... Ну-ка. Да, неудачный бросок. Ну да ладно. Гора, конечно, мне это очень нравится. Этот шпиль, который торчит посередине острова. Ну и, в принципе, окей. Давайте все-таки приступим к тому, что называется дом свернуть в сундук. Поэтому, как же нам это сделать? Давайте мы опять же спустимся, войдем в наш дом. Теперь мы подбираем эту эндер-жемчужину, на которой написано empty. Не знаю, что значит empty. Возможно, хотели написать empty. Ну да ладно. И теперь эту штуку вы просто кидаете в центр дома, ну, где-то вот примерно на этот маяк, на Q. Вы ее выкидываете, и то, что происходит, дом начинает собираться обратно в сундук. Вот таким образом у вас все убирается, все ломается, все исчезает, и...
все это возвращается в глаз Эндера, который мы опять же сможем активировать, кидая его в любой сундук. Вот настолько крутой у нас этот модернизированный дом. Очень здорово. Мне он реально понравился, и я бы его импортировал в свой Майнкрафт, потому что, ну, это реально здорово. Мне не хватает такого дома в моем летсплее модные выживания, поэтому, возможно, когда-нибудь у меня будет такой красивый дом. Ну да ладно, то есть... Да, друзья, я думаю, на этом мы закончим. У нас сегодня было вот такое небольшое видео. Завтра ждите летсплей, конечно же. Не волнуйтесь, все у нас будет. Ну, а тем временем, с вами был Кейн. Если вам понравилось, можете поставить лайк под этим видео, оставить комментарий, подписаться на канал, поставить колокольчик. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч.